Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы в Всадники Олуха. Шестой день, забираем вот этот замечательный сундучок. Так, ну, по мелочи выпадает. Приятно. Хоть и мало. Так, ну, беззубик, давай. Порадуй папу. Ай-яй-яй-яй-яй, ну что ж ты, меня древесинкой-то. Тем более, 85 тысяч всего лишь дерева ты мне принес. Ну, это же никуда не годится, бро. Это же никуда не годится. Так, что у нас тут? Вот, 225 миллионов рыб. Вот это я понимаю, награды. Ладно. Не будем ругать наших подопечных. Так, здесь дерево забрали. Так, пока, ребята, у нас есть время до отката в черепашках ниндзя. Я имею в виду, пока неделя не успел. Я вот решил сыграть в дракона Всадники Олуха. Сколько ему нужно? 90 лямов, в принципе, это немного, ребят. Поэтому прокачка однозначно. И отправляем его на тренировку. Так, тут древесина, тут рыба. Малыш, перешкур получил уровень. Давай-ка мы, наверное, ему еще один уровень поднимем. Так, а вот и креветик. Кстати, у него... Что такое с голосом-то, ё-моё? У него тоже, ребята, должна быть прокачка. Так, этого за рыбой. Надо что-то сделать нам с креветом. Ладно, пока пускай он собирает рыбу. Но однозначно его нужно будет прокачивать. Однозначно. Кстати, и этого-то тоже бы не помешало бы, да? Конечно, не помешало бы. Тем более, глядишь, и уровень скоро получит. Так, шепот. Эксклюзивный шепот. Так, здесь 89 уровень. Здесь 88. Но выгоднее, конечно, прокачивать нам экзотического шепота, потому что он нам дешевле выйдет по прокачке. Чего ж тут, как говорится, скрывать. Так, здесь забрали, отправили. Ну-ка, ты мне что принес? О, давай. Давай крутить. Ну, мне кажется, сейчас по минималке. Помнишь, у нас где-то было два железа? Вот именно два железа мы сейчас, по-моему, и получим. Да? Три железа. Вот такой вот он, друзья мои, скупердяй. 183 миллиона, нифига. Вот это он нам, ребята, приносит. Так, подожди. А где у нас... где у нас этот... островок-то мой чудесный? А, вот он. Ну-ка. Ну, конечно же, вряд ли он станет титаном. Конечно же. Дождешься ты от него. Он будет тебе целую неделю мозг выносить. Так, Инферн. Чуть-чуть тоже, ребят, прокачался. Я, пожалуй, его отправлю на тренировку. Так, эти-то где мои ребята? Вот они здесь. 230 лям. Я как гляну, мне просто, ребят, сразу страшно становится. Как же он дорого просит, а? Да-да-да. Ветрокрыл, ребята, у нас будет просто прописан постоянно на железе. На добыче железа. Так, а что ты, дешево и сердито. Так, здесь нам, наверное, шестеренки упадут. Так, давай, лети там в хижину бесплатно. Здесь мы получаем заколку, да? А, нет, руны. Я думал, заколку дадут. Позаботься о яйце. Яйце. Что это у меня с акцентом? Яйце. Яйце. Вот как надо говорить. Твердо и уверенно. Так, шторморез. Ужасное чудовище. Громобой. Ну и перья шкур. Он у меня есть. Перья шкур этот. Рекламный тогда еще глянем. Монеты Одина забрали. И теперь шторморез. Кошмарный пристеглов. Громель. И чутка ресурсов. Все.
С этим мы покончили. Так, в событии точно? О, ребят, вообще. Вообще голяк. Просто ничего нету. Странно. Ребят, ну вы, я думаю, напишите мне, да, если что. Если какое-то событие там. Вдруг я пропущу. Ну, сам понимаешь, да, на работу если выйду. На работе особо не понаблюдаешь, где что. Так что вы пишите обязательно, не забывайте об этом. Так, ну что, давай откроем пак ареновский. Древоруб, шторморез, ищейка даже выпал. Стальной капкан, чемпион. Вот это да. Редко, когда выпадает тебе из обычного вот этого, ребята, пака, такие хорошие карты. Это редкость. Так, Беззубик. Я все, конечно, понимаю, но... Давай хотя бы, блин, не так позориться. Ты не чисти. Приноси мне хотя бы, ну, я не знаю, там... Один раз через три попытки. Хотя бы. Шлем эти. Ну, что ты делаешь? Я не понимаю. Почему ты меня не хочешь порадовать, а? Почему ты не хочешь ни меня порадовать, ни моих зрителей, а? Мы уже копим эти шлемы, я не знаю, ребят. Очень долгое время все это набиваем и никак мы не можем набить. Так, вроде бы здесь у нас все занято, да? По добыче мы больше ничего делать не можем. Так, а что мне тут показывают? А, я забыл же точно. Твою же налево. Я забыл, что я тебя не проверил. Так, ну что, как я и хотел, ребята, давай-ка набьем с тобой здесь полностью паки и будем на сегодня закругляться. Сразу же будем переключаться на черепашки-ниндзя, потому что уже, ребята, как 3 минуты прошло там обновление, а мне еще тут играть и дрынкать. Так, ну что, давай приступим, пожалуй-ка, наверное, вот... Так, Барсик меня не особо интересует, а вот чудовище ужасное, наверное, да, будет раскрамсывать тут по полной нас. Тем более не забывай, что он имеет усиление. О, хорошо. Это ты хорошо придумал с промахом. Мне понравилось. Повторишь? Нет, он уже не повторит ничегошеньки. А Барсик-то настырный, ты смотри, а? Какой чепушил. Ну, понятно, сейчас Громоль, скорее всего, нам влупит по полной программе своим фаерболом. Но перед этим Барсик вольнет моего Барсика. Нет, не успел. Ну, давай, давай, я же знаю, что энергию... Интересно. Я думал, он энергию копил именно для своего фокуса-покуса, но видишь. Ладно. В общем, мы его в слепоту повесили, теперь будем его кромсать. У него была попытка, да? Хороший нам нанести урон. Но он опять выпендривается. Может быть, оно и к лучшему. Давай мы, наверное, сделаем дебаф, плюс жесткий укус. И на следующем ходу мы, естественно, его уже расписываем. Давай, Кривоклык. Отлично. Ну что, очередной поединок. Я смотрю, здесь пещерный скалотряс плюс Кривоклык. Ну и сам понимаешь, да? Вот это вот чудище нам... Ладно, пускай пока стоит. Хотя оно заморозкой любит заниматься. А, и все по Барсику. Все по Барсику получаем, а? Посмотри, куда-то у нас звук, как всегда, исчез. Ну что, наверное, вот этого все-таки будем шандарахать. Кривоклык, хоть он и сильный, ребята, но не настолько. А вот этот вот поганец со своим замедлением и заморозкой. О, видишь, что творит? Видишь, что вытворяет? Ну что, Кривоклык, один на один мы с тобой остались. Он же прекрасно, надеюсь, понимает, что вариантов у него здесь нету, да? На победу. Я думаю, он это прекрасно понимает, тем более, когда слепоту... Я, кстати, ни разу не видел, чтобы они пользовались слепотой. Вот ни разу, сколько я играю, такого не было. Все, победили. Ну что, ребята, надеюсь, это последний поединок. Знаешь, что меня смущает в моем новом жестком диске от Hitachi? Что когда на него идет какая-то манипуляция, ну, то бишь, запись, да, или еще что-нибудь, он очень сильно... Как бы тебе сказать, не то что он работает, а такой скрежет идет сильный. Хотя диск новый, ребята, ему даже еще и недели нету. Не знаю, что такое. Может быть, так и должно быть. Или это какой-то, я не знаю, заводской брак. Просто, если, как говорится, по старой памяти, да, когда у меня такое происходило с дисками, когда я слышал такой звук,
они обычно быстро выходили из строя со временем. Потому что там, я так понимаю, диски начинали, то есть, я не знаю, то ли дисбаланс у них, они начинают гулять, и каретка, которая по ним ездит, выходила потом из строя. И, короче, жесткие диски просто вылетали. Я просто думаю, неужели и здесь то же самое? М? Не хотелось бы. Так, ладно, давай посмотрим, что мы имеем. То есть последний поединок мы сыграли. Получаем с тобой два обычных пака, как ты видишь. Ну и, конечно же, пак вождя. Давай откроем его. Громыль, Шторморез, Крылатый ужас, Шепот смерти, Громобой защитник и Кривоклык. Три карточки, то есть 150, еще 50, ребята, карточек нужно для того, чтобы ему поднять уровень. Я не пойду за вторым паком, потому что, ребята, уже надо идти в черепашки и играть. Вот такая у нас получилась сегодня маленькая коротенькая серия, но продуктивная. Так, на рынке, что у нас там? Давай, подожди, не то. Так, ближайшая награда — это 250 конфет. 250 конфет, но это будет, грубо говоря, уже 2000. 27 дней в запасе. Ну, не знаю, ребята, я, конечно, буду надеяться на лучшие. Там же можно еще как сделать, если я не ошибаюсь. Так, подожди. А, здесь нельзя так делать. Потом, я помню, где-то ближе к концу будет такая возможность. Ты можешь за 350 рун проскочить. Вот, например, с 900 до 1000. Но здесь такого нету. Наверное, это уже где-то на более высоком уровне. Ну что, друзья, на этом я сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!